Всем здравствуйте! Сегодня будет история такого интересного персонажа, как Чарми Китти. Чарми Китти – это персидская кошка с белой шерстью. Внешне она напоминает Хеллоу Китти, но с более кошачьими чертами. Она ходит на четырех лапках. У нее 6 усиков и желтый носик. В левой части головы она носит розовый бант, а на шее у нее ожерелье с серебряным ключом. Сзади короткий пушистый хвостик. Как у Китти, у нее отсутствует рот. Она одна из питомцев Хеллоу Китти, которого ей папа подарил на день рождения. Она милая, красивая, энергичная, дружелюбная, добрая, вежливая, но временами бывает дерзкой и озорной. Ей нравятся блестящие вещи. Первый факт. Считается, что ее день рождения 31 октября в Хэллоуин. Второй факт. У нее есть младшая сестра по имени Хани Кьют. Третий факт. Она была создана в 2004 году. И четвертый факт. Ключик на ее шее на самом деле является ключом от шкатулки с драгоценностями Хеллоу Китти. На этом видео можно закончить. Надеюсь, оно вам понравилось. Всем удачи, всем пока!